Смотрю, приморозило там сегодня немножко. Плюс один. А тебе чай наливать или стоит? Ой, мне надо было тоже. Я сейчас сделаю все. Пойдем. Мне нужен дядя милиционер. Good. Stupid tourist. Yeah. Oh. Leave here. Here it has the old stuff. Yeah.
I need a... And that's what they're doing. Oh! Oh! Oh, Julie! It's like you appreciate it even more too. Yeah. Okay, not in the street. Она же мертвая. Мертвая, да. Зачем ты труп бедного растения снимаешь? Бабушка? Ну, Зеландия, это навсегда. В Америке покажешь. Восстанавливают там ремонт. Там они восстановили уже все на 90%. Куда еще? Там еще. Не, ну понятно, бабки они будут. Это тебе все равно не откладывают. Ладно. Вадим. Вот алкашня. Портышку, привет. Оля, обрати внимание. Сейчас заткнулась. Надо сделать фирменное лицо. Скажите, портышку, привет. Портвишку, привет. А, ты помнишь, Лёх, я тебе забыл. Как бы не запутаться в слове портвишок. В гостинице в той же самой. Помнишь, ты зашел на обед ко мне в ЦУМ? Я работал, и мы 0,5 выжрали в этой гостинице. На закуску была баночка кильки и два кусочка хлеба. Помню. Да, я на работу пошел еще после этого. Там, так, от тебя портвишку привет не надо. От тебя надо. Портвишку привет. Папа, немного с дикцией. А? Портвишку привет. Хорошо. Так, портвишку привет. Портвишку. Это мой друг-иммигрант, с которым мы живем в соседнем доме. Он мой очень хороший друг из Курска, с Мурыновки, с вами сосед был, но они его никто не знает. Привет. Привет. Ну, это, вот фотографии всех размеров там были. Вы-то друг друга хорошо знаете. Да-да. Кому могу передать, как не чуваку, в халате с топором, а? В халате с топором, это Куклус-клан, вот. И пьян. Так, пьян. Портвишку привет, он с тобой на Мурыновке жил. Атя. Подожди. А, да, давай. Тихонечко, отвернись, пожалуйста. Ну, отвернись. Ну, кот! Я не смотрю. Хорошо. Пропустил еще раз, Вадим, еще раз. Так, вы отвернитесь, давай. Ой, пропустил еще раз, давай. Есть! Да, блин, ты задолбал вообще! Что ты... Вот, все? Фу, мальчики. Тихо. Не акцентируй внимание, не акцентируй. Ой, кошмар. Иди кури, а. Насмотрелся. Подглядел. Слушай, я этого черта знаю. Урод какой-то. Ненавижу бодибилдеров. Бодибилдеры. Чаю кому налить? Да. Тебе чаю какого? Мне черного. Тебе какого? Тебе какого? Зеленого. Оранжевого. Тебе, Игорь, я сейчас желтого налью. Подожди, что? Вот зеленый без сахара. Зеленый. Нет водки! Леха, там только это запасы, я не знаю. Я сейчас соображу. Давай быстрее соображай, подожди. Нет, что ты хотел? Сядь, Вадим, сядь. Нормально.
Давайте. Тихо, не смотрись. Садись. Я понял. Ты подожди, я что-то делаю. Все. Тишина в зале. Жень, скажи, ты звонишь. Или иди туда. Скорей. Кто тебе такой сказал? Скорей, что ты ж держишь? Все, готово. Я снимаю вас уже давным-давно. Мы слушаем вас. Парите зал. Блин, ну не могу к тебе сегодня подойти. Завтра столько. Еще кто сидит? Я снимал вас на видео. Давайте играть. Начинайте играть. А поэтому будет по телевизору? Да, конечно. Будет. Давай домой тебе позвоню. Я не знаю, просто через часик. К тебе домой? Это я к тебе сейчас приду, я в два уйду только домой. Оля. Давай, когда буду выходить, я позвоню. Лёш. Ну, помаши ручкой. Маме. Все, мы слушаем вас. Да подожди. А, понял. Давайте я настрою его. Игорюха. Привязал. Витя. Что? Женя, помоги. Молодец. Супруга Игорюхи. Он прикинь. Ты не представляешь, на каком ты сейчас увеличении. Что вы делаете, подонки? Вы молодцы. Подожди, еще раз повторите. Ну повторите. Ну молодцы. Вот. Ай! Ну, почти поймал. Лёха, ты представляешь? Анют. Созвонился с Пашей Сафоновым. Ох ты. Разговаривает, ох, и Паша Сафонов помогает ему, короче, установить Windows XP. Молодец. Зая? Какая-то еще. Спору нет. Это у Женьки спрашиваю. Горяк ничего не знает. У него медведь, как у меня. Лёшечка. Я забыл, как твою бабушку по отчеству. Екатерина Илларионовна. Я не те калки кручу. Я понял. А я уже забыла. Екатерина Илларионовна. Очень тяжело нажимать на кнопку, чтобы во все время снимать. Поэтому я не учу. Ее не надо держать. Поэтому я не учу. Мне сказали же держать ее. Нет, нажать и отпустить. Ты смотри сюда, что снимаю. Я держу, что я снимаю. Верхний. Вот третья нижняя. Слушай, какая сила получается. Зая. Котик. Лапа моя. Зайчоночек, ты мой лапу-пулечка. Крикни, как ты меня сильно любишь. О, все, вот давай. Вадим, снимай. Слушай, Зая, ты не представляешь, как это красиво получилось. Я все снимаю. Нормально. Ну а что их частушки не поют, а? Не понял. Сейчас рот раскрою. Молодец. Давайте я спою. Я Матани знаю. Я фильм уже почти снял. Я Матани, это Матани, и повешена песня. Привезли Матани, 9 суток 1. Нормально. Ты Наталья, ты была богатая.
Тихо-тихо, Лёх, тихо, нормально идет. Поломал весь кайф, то вообще другие вещи были. Страдания. Это ж страдание тут, я только по-другому могу вести. Целовать тебя, но только другие. Yeah. Только за двух других. Чаще мне приглашайте водку побольше. Не забыла. Вот горе-то какое. Сейчас принесу 2,5 литра. Смотри, сам напросишь. В одном прекрасном месте жили рыбаки. Один любил крестьянку. Подождите, не так. Прошу. Все правильно, по-моему. Все красиво было. Я помню эту песню, кстати. Да? Да, ну я же ребенком, ты рос в этой семье. Я-то в этой семье. Сутками частушки пел. Он мне, да, она мне, помню. А их столько. Творческий мальчик вырос. Наступил. Наступил медведь. Вот так. Это я повлиял. Получилось такой тебе. Лёха, как вот это вот уснуть? Я тоже я хочу вспомнить. Я так и думал. Я не понял. И нажать на ну, да. Середину, да? Не, вот на это надо нажимать. А, на это, а, окей. А я там-та-да-там-там. Хочется вам спеть про рыбака. Я найду. Давайте окей, рыбака. Окей, рыбака. Это длинная песня, кстати. Когда море горит бирюзой, опасайся шального поступка. У нее голубые глаза и дорожная серая юбка. А когда капитан на борту вот любуется морем и шлюпкой, а сбросит на девичью грудь и на ножки под синенькой юбкой. Что за песня? Ты не поймешь. Ну, потом посмотришь. Как-то утром нашли, а на утро в каюте нашли капитаном забытую трубку. Рядом с трубкой на каюте нашей всю измятую серую липку. Ай-яй-яй-яй-яй! Опять бесовщина. Вы красавцы. Андрей Алексей, вот эту фотку, не дай бог не пришлю. На рабочий стол. Удавлю сразу вообще. Слушай, такая красота. Keep it smile. Я надеюсь, что сфотографировал. Нет, не сфотографировал. Нажать до конца надо. И придержать, да. Вот теперь сфотографировал. Эндрю, куда ты отвернулась? Я не хотела. Указано. Еще раз. Я не хотела. Смотрите, красиво очень вообще. И бабушка еще что-то хочет спеть. Тихо. Я рыбака, рыбака. Все, вообще сильно. Ну, смотри. Покажите мне, как посмотрю. Все так легко, ты думаешь? Я еле научился, как вообще. Правда. А, вот это. На столе стоял стакан, а в стакане лилия. Шо вы смотрите на нас, рожа крокодилия. Вот это все. Ну, частушечная. Частушечная. Ну да, ну то есть. А что еще было? Я знаю только одну мотаню знаю, я больше ничего не знаю. Коля не владеешь. В красном месте на берегу. Вот таблет голоса ничего. Нормально. В одном прекрасном месте на берегу стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Один любил крестьянку, другой любил книжную
а третий, самый младший, охотника жену. Однажды утром рано охотник шел на дичь и встретил там цыганку, умела ворожить. Цыганка говорила: плохое что-то видно. Да, плохое, плохое. Цыганка говорила: пропустим это слово. Нет, а два слова. И жизнь твоя разбита, семерка здесь лежит. В общем, одно. Почему цыганка ворожила, наверное, да? Цыганка ворожила, боялась говорить, боялась, что жизнь твоя разбита, семерка здесь лежит. Семерка здесь лежит. Вот оно как! За что? Вы поняли смысл? Ну, поняли, поняли. Объясните. Бесовское это все. Всех надо было на костре сразу сжечь, на месте сразу. Было три рыбака, у одного была княжна, у другого была... И все это было вообще... А когда ушел на охоту, что случилось? А очень допили. Прелюбодействие случилось. Прелюбодействие. Все там понятно, там все внебрачное, там все нужно было сразу пресекать на месте, либо в монастырь, либо сжигать. Это все понятно. Это все вообще хорошая песня, жизненная, православная. Это мотание. Я знаю. Сняли корову вверх, а мы Тане приказали самогонки налить. Ну-ка, давай, пиши. Давай. Не знаю даже. Давай. Я в одетом виде не умею. Давай, это в угол давай. Ну вот, я только разошелся, это же было только притом. А дальше ж пошло, Лёшечка, тут идет глобальное дальше. Да я в джинсах. Давай дальше, бабушка, давай дальше. Испугалась. Лёшечка, национальный еврейский танец. Ну и придуманный. Лизгинка. Молодец. Кто следующий? Лёшечка, ты. Давай. Снимаешь, Алёша? Не, он не снимает. А это будет по телевизору? Конечно. Дискавери. Так, что у нас? Лёшечка? Animal Planet. Animal Planet. Что, я не умею? Умею. Опаньки, порвал зал. Молодец. Опа! Змейку покажи, змейку. Ух! Вот, молодчинка. Давай, змеечку, да? Как ты там отжимался, как покажи. Так, все, товарищи. Не, красиво было. Больше не будет такого веселья, Леша. А отжиматься что не будем, да? Лёш. Вы знаете, что до 11 положено шуметь. Дай, пожалуйста, попробуй что-нибудь. Не, ну шуметь-то положено и до 11. Орать-то положено. Шуметь вообще не положено. Как ты еще перестроить хочешь? Ну, сейчас под гитару тебе настроить. Эндрю. Мне гитару на даче украли. Это ты фоткал? Мы не видели, как ты танцуешь. В какой форме? Это хорошо. Ты хорошо танцуешь. Я могу тебе отучить фоткал танцу, хочешь? Да. Давай. Не надо. Коричневый есть. Ну, давай. Это нужно, главное, делать вот такое лицо. Главное, очень глупое. Хочу посмотреть. Записывай. Снимай. Руки. Ну, блин. Делай глупое. Да, блин, да я не понимаю, что ты делаешь. Глупое. Да я знаю, что Аша ты сделал. Глумное. Мне ж надо приближать, увеличивать. Не надо, не трогай. И поехал так. А я вообще все время трогаю. Тихо. Молодцы, девчонки. Продолжаем. А ты вылавливаешь, как ты? Ну, конечно.
Я потом это буду продавать. Нет, просто его эффект то, что он очень короткий. А я понял. А можно еще раз уловить это? Иди со мной, кто будет со мной? Опять его скидывай. Руки, да? Да, руки, нет, зум, нет, не трогай, нет, зум, вот так. Вот. Зум я не трогаю, конечно, Леш, я понимаю, но вот на такого... Ты один интересный. Леш, я немножечко тронул в зум, потому что в твой зум, который ты мне поставил, влезал только твой нос. Я вряд ли сомневаюсь, что влезала твоя нога. Вот я немножко передвинул. Ну, встаньте кто-нибудь. Туда, вот так, все. Так я так и сделал! А ты знаешь, как сделал? Бездарность! Бездарность! Это еще американская скотина приехала, блин! Я знаю! Ты... Тихо моего сына обижать! Вот так вот. Мало внука. А, начнем с того. Поправил. Алексей, что, будем и дальше молчанку играть? Вы приехали с какой стороны? Почему вы спрашиваете? Не врите. Сразу не врите. Я знаю. Я знаю. Ваша родина. А почему вы переспрашиваете? Ваша родина. Алексей, не надо юлить. Почему? Не надо юлить. Россия, Россия. Я в Германии рожден. Германия. Германия. Это же фашистский захватчик. Алексей! Соседи. Вот только не топайте. Она меня видела сегодня, но эту голову сломала уже. А где вы сейчас проживаете? Ну как? Алеша, кто? Вера, да. Она тебя уже забыла какой-то. Не, ну это хуже. Кто это? А я там обнимался с этой бабушкой там, да? Она, наверное, с окна видела. Она меня вообще, она прошла мимо, потом из окна я смотрю такая. Какой он, всем понятно. Так, пошла я, ребят, спасибо за компанию. Спасибо за музыку. Браво! Сними. Приходите к нам еще. Я преклоню перед вами колени, вы прекрасны, спору нет. Я готов облизать ваши пятки, но, к сожалению, из-за хондроза не смогу. Выпрямляйся, все. Окей, все. Итак, Алексей, мы переходим к главному вопросу. Ага, он наркоман. Где план? Итак, Алексей. И где вы проживаете в данный момент? Почему спрашиваете? По прописке. Потому! По прописке или по месту жительства? По месту жительства. По месту жительства я проживаю, у меня русский паспорт. Вам показать? Хочется сразу отметить в донесениях, что еврейский слоган... Почему вы сразу проявили? Сразу проявляется на данной записи. Почему вы сразу про евреев? Я не понимаю. Хочется предложить сразу же расстрелять данное лицо, дабы больше не спрашивать, не задавать лишних вопросов. А откуда вы, собственно, гражданин? Я русский. А чем подтвердите? Фамилией. Фамилией. Какова ваша фамилия? С юга России, скажи еще, да? Морозов. Фамилия Морозов. А вы что, своего дядюшку предали? Да? Нет, это горе семьи. Хорошо ответил. А, я знаю! Так, я прихожу из древнейшего рода Рюриковичей. Рюриковичи Морозовы, да? Нет. Рюриковичи это отступ по сравнению с Морозовыми. Но они, сука, сослали тогда боярами, но не в этом суть. Боярня Морозова моя, пра-пра-пра-пра. Грэн-грэн-грэн. Is it on?
lie down in the grass. Oh, it's really good. Yeah, it's true. It wouldn't be. But it would be pretty kick ass. It might actually motivate you stuff. Splash! Give me a camera, I'll take a picture of you. We go up that the tallest. I'm not sure which one it is. I think it might be that one or something. But it goes really, really far up. And it's like, well, yeah, that's like a pretty good one. Or yeah. We could keep hiking. There's another. I guess there's like a Bugspitze. The one that. Nope, it's a waterfall. Is it? Mm-hmm. There's a train down there coming. Is it? Yeah. Probably.